Спортивная инфраструктура муниципалитета постоянно находится в центре внимания руководства Славянского района. Роман Синеговский регулярно выезжает в спортивные учреждения, чтобы на месте посмотреть, в чем нуждаются спортсмены, а также какие ремонтные работы требуется провести. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб осмотрел площадку около строящегося центра единоборств, который должен быть сдан в эксплуатацию в нынешнем году. В центре будут просторный тренировочный зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерские комнаты. Словом, все необходимое, чтобы спортсмены могли не только тренироваться, но и соревноваться. Территория вокруг центра все более благоустраивается. Роман Синеговский отметил, что здесь необходимо поддерживать порядок. Также был осмотрен участок земли стадиона, выходящий на берег реки. Есть предложение разместить здесь полигон для занятий спортивным туризмом. Глава района выслушал все мнения по этому поводу. Место действительно подходит для такого использования. И решено подготовить проектно-сметную документацию по строительству туристического полигона. Физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин» давно уже стал излюбленным местом для тренировок и отдыха славянцев. Здесь созданы хорошие условия для занятий. Появилась необходимость сделать небольшой бассейн для плавания детворы, которая делает первые шаги в этом спорте. Глава района высказался в пользу этого начинания при разумных на это расходах. Будет рассчитана стоимость переоборудования фотария под детский бассейн. Затем Роман Синеговский посетил спорткомплекс «Лидер», увидел условия, в которых тренируются как юные, так и взрослые спортсмены. Есть здесь и тренажерный зал, которому нужен новый тренажер, и он будет приобретен. В спорткомплексе «Триумф» решено заменить плитку на входе в здание. Также глава района побывал в отделении конного спорта детско-юношеской спортивной школы «Изумруд», где юные наездники осваивают нелегкое конное искусство. Здесь идет благоустройство территории, чтобы заниматься было еще удобнее. Завершился объезд около новой спортплощадки возле легкоатлетического манежа «Олимпиец». В манеж будет приобретено необходимое дополнительное спортивное оборудование. Принятый по итогам объезда план мероприятий будет реализован. Материально-техническая база учреждений спорта будет совершенствоваться и развиваться, чтобы каждый славянец мог заниматься спортом в комфортных условиях.